Привет из Алани, друзья. Вечерний Тосмор. Среда, 9 часов почти вечера. И вот показываю вам. Там отель Саритаж. Выход на отель Саритаж. Направо, вот куда, где машина поехала. Машина налево, направо на отель Саритаж. Здесь окончание у нас вещевого рынка, который будет здесь завтра. Вот видите, они уже раскладываются. Вот вещи уже раскладываются. И рассказываю, где будет рынок овощей и фруктов. Рынок вещевой в четверг. Итак, рынок будет в Тосморе. По отелям вы можете заряжать свои карты, там пробивать отели Кайла и Азия, Кайла Бич Хотел и Азия, потом отель Сан Прайм, допустим, по какой улице Сан Прайм, Саритаж отель, Сан-Франциско, от них идете вот сюда, вот они там на набережной, вот, и по первой параллельной набережной линии вещевой рынок. А по второй параллельной набережной, ну либо по третьей, если считать первую набережную, по третьей, то есть вот здесь вот все будет, вот отель Азия Бич, впереди он светится, там будет начинаться вещевой рынок, а и здесь он будет вот по этой дороге, где я сейчас иду. А овощи, фрукты, они будут вот так же, здесь ряд будет вещевой туда, и там уже до дороги, до второй линии будут овощи, фрукты, и также они будут параллельно тянуться там по одному ряду еще. Туда, наверное, нет смысла идти. Вряд ли там овощи, фрукты уже разложились. Хотя, можно и пройтись. В общем, здесь отель Азия. Проще всего так найти. Либо кто-то, если едет сюда, откуда-то, по первой линии, то вам выходить на отель Азия и Кайла. И еще раз, если кто не понял, вот это вот все, где я иду, вот та дорога, вот эта дорога, это все вещевой рынок будет завтра. Вот уже раскладывается. А там будет следующая параллельная улица, там будут овощи, фрукты. Район называется Тосмор. И здесь рынок только по четвергам. В пятницу рынок в центре на Джумапазар, но там нет вещей. Там овощи, фрукты только. В субботу рынок Махмутларе. В воскресенье Тюрклир, еще где-то в центре Алании. Ну, не в центре, а ближе к горам. И не спрашивайте каждый день, где рынок, где рынок. Рынки каждый день в разных местах. Заходите на плейлист рынки Алании. Плейлист у меня целый. Заходите, изучайте, потому что всегда, когда я вхожу на рынок, я говорю о том, где я нахожусь. Вот они тоже раскладываются. Здесь будет рынок овощей и фруктов. Там Мигрос недалеко, он Форт Салон, это уже вторая линия. Не факт, что я сюда попаду завтра на рынок, потому что в жару я не хожу по рынку. Но видео цель именно показать тем, кто не знает, где проходят рынки, показать, где будет рынок в четверг. Еще раз, рынок в четверг. Тосмор. От отелей Кайла и Азия начинается приблизительно и заканчивается возле отелей Саритаж и Сан-Франциско. По считать, если вот набережная, это вторая и третья улица. Вторая и третья улица параллельно набережной. Вот уже люди разложились, и они здесь ночуют с дыньками, или с арбузами, или с помидорами, или еще чем-то. И вот эта улица, она будет... Ну, можете открыть любой рынок в Тосморе у меня на канале и посмотреть, как будет выглядеть эта улица завтра, кто смотрит это все впервые. Итак, всем приятных покупок. Напоминаю, что здесь мы идем по овощам, фруктам. Пару минут назад мы с вами были по улице, где будет вещевой базар. Шмотки, тряпки. Вон отель Азия. Наискосок. И котейки. Котейка, ты уже разложился. Все, пока. Всем спасибо за внимание.